Кого? Вы их лица видите? Я понимаю. Не, ну... В тот раз один даже застыдился. Да вон там человек стоит тоже из прессы, нас тоже не пускает. Можно сейчас тест на IQ просто зачитывать. Мне кажется, если они так же будут отвечать, то это будет весьма печально. Давайте можно? Мы залезем, мы не против? Нет, что? Нет, что? Не против или нельзя? Против? Понятно. Если не стоит спрашивать, то не спрашивать. Да. Но мне просто интересно. Я не понимаю, с какой целью они тут стоят. Чтобы обратно людей не пришли. Зачем это? Они зарабатывают кость, которую в миску кидают в будку. Вот что они зарабатывают. Обидно, что и каждый, может быть, внутри все понимает. И... Да ничего. А вы срочники, ребят? Нет. Срочники? Да срочники. Что, ты не видишь? Зарабатывают только презрение общества. Это может быть и понимает. Я сам тоже военный, я все прекрасно понимаю. Просто у меня сегодня выходной. Ну. О. Плакат там. Ребята, а вы что вы будете делать, когда вашим детям жрать будет нечего? Скажите, пожалуйста. Так же с палкой стоять? Или там лет через 20 вас дети спросят, а вот что вы делали, когда нашу страну грабили? Ты скажешь, что с палкой стоял, помогал? Ничего не скажете. Вот я лично верю, что у вас где-то есть офис. У всех вот. У вас. Да? Но вы поймите, что вот это вот не служба. В одну сторону как работает. И там не пускают. Все. Попались. Можно вас уточнить? Как пройти туда, там не пускают? А вот две девушки выше только что. Там не пускают. А вы только девушек пропускаете, вон две девушки только что прошли. Ну хоть девушек пропускают. Джентльмены. Они уже, походу, готовятся к штурму. А вон там уже. Рация внутри. Рация. Она ведь что с чем-то тычет. Прикольно. Расходимся, пацаны. Прикольно. Короче, я был в конце, самый. Сейчас немножко наверх.
задержали человека только что. Не знаю за что. Очень понимаем, зачем забирают людей и за что. Но вот дедушку схватили просто так, например, это 100%. План выполнен, что ли? План выполнен, что ли? Не, ну вот это нахрена делать, я не знаю на самом деле. Как ты думаешь? Что? Ну вот то, что делают молодые люди. Зачем так? Стрим, да? Что-то нормально смотрели. А ВК, два человека. А ты где? Попробуй запустить. Пойдем к кому. Продолжай, чувак!
Путин! Вот! Блядь!